Мордовия столица стоя, пары куля кулема, пайгане ансамбль бартатария с улема. Мордовские частушки о татарской земле. В деревне Кильдюшево сегодня это самые родные песни. Мордовский праздник солнцестояния встречает гостей тетюшскими гастрономическими традициями. Четыре вида ухи. Выбирай на вкус. Это уха у нас спрудовая, карась, карп, но он... Маленько горьковатый прудовая. Когда попробовала, теперь уже даже везде во всех рыбах ем пузырь. Да, так что, да. Ну, я не знаю, ну, с Богом. Да. Прудовая приправа у нас есть тут, ага. Ну, пробовали? Как? Да? Скажите, это очень вкусно, это деликатес. Я не специалист, но вкусно. Праздник Валдашинязь в этом году юбилейный. Приехали коллективы чуть ли не со всех районов республики и соседних регионов. Репертуар разный, но в каждой песне поется об одном. Свои корни, чтобы не были, как Иван, и не помнишь родства. Ну и, конечно, дружба народов, она всегда актуальна. Это самая мордовская песня про любовь. Про любовь. Про, да, самую чистую любовь. Самая чистая. Девка пошла, а парень за ней. Все. Да. И любовь. Любовь. А как и не любовь? Парень, раньше у нас такой любовь был. Ночь для калитки станешь, а калитку за ручку держишь. И все. Да, и все. Больше нельзя. Тогда не целовались, сексом не занимались. Пятый по счету Валдашинязь собрал 50 коллективов. Приехали из Ульяновска, Самары, Саратова, Чуваши и Мордовии. Тысячелетия исторически здесь проживают мордовский народ, макшане, эрзяне. В тесной дружбе с другими народами. В центре представления образ солнца, поэтому праздник и переводится как «День солнцестояния». Мордовский аналог татарского сабантуя в деревне Кильдюшево пришелся по вкусу не случайно. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ. Тетюшский район.